Здравствуйте, с вами снова я и Финляндия. Я пришла в торговый центр Сканси, вот магазин Веромода. Здесь все на 50%. Ну, не все, но много на 50%. Вот такие скидочки здесь. Сейчас вот я вам покажу. Мне вот эта курточка понравилась. Сейчас она будет стоить 25 евро. У меня есть много вещей, поэтому мне не надо, видите, джинсы на 50%. Вот такие блузончики. Блузочки удлиненненькие на 50%. Вот. Вот это вот интересное такое, знаете, как сказать, с чего оно. Ну, с начосиком что-то с начосиком такое. Вот видите, какая цена. Минус 50%. Вот джинсы вот. Бойфренды, так называемые бойфренды на 50%. Вот курточки на 50%. Сейчас я вам покажу, как я оделась. Я по-домашнему оделась. Видите, это я. Комбинезон у меня такой, видите, тепленький с начесом. Шапочка и шарфик, это я. Сейчас мы пойдем с вами в магазин Зизи. Там на 70% все скидка. Я вам покажу, а потом, возможно, что-нибудь там посмотрю. Людей очень мало, и все магазины сегодня открылись с 11. Я думаю, что... Я же написала, чтобы мне рекламу не бросали. Я думаю, в рекламе было написано, но так как у меня рекламы нету, поэтому я и не знала. Но, собственно говоря, я пришла с Ниной. Ей надо было в Кела. Это та организация, которая деньги выплачивает. Вот. Ей там надо было. Она пришла бросить, а там закрыто. Надо ехать в центральную. Вот такое платьюшко хлопковое. Трикотажное, 12,99. А неплохое, вы знаете, мне нравится. Даже вот такое темненькое, то красивенькое. Вот. Летом ходить в Италии. Вот. Это магазин Капахо. Вот он. Капахо. Ну, мы туда не пойдем. Мы сейчас пойдем вот сюда, вот в Зизи. Мы пойдем в Зизи. Здесь все на 70% скидки. Вот. Вот. Такие вот скидочки. Сейчас мы посмотрим. Я должна одеть другие очки. Иначе у этих я ничего не вижу. Поэтому я сейчас одену другие очки. Так, сейчас одеваю другие очки. Я давно уже не выходила по магазинам. Так, смотрите, это стоило 37,95. Значит, ну, считаем 40, округлим 40. 74, 12 евро. Ну, хорошенькая такая кофточка. Ой, вот. Это 40. Тоже 12. Хорошенькая платьюшка. Вот я люблю вот такой цвет. Такая туника. Видите? 39,99 минус 70% скидка. Вот такая мне нравится. Очень красивая. Вот. Пойдемте дальше. Это какая-то рубашка. Рубашка 49,99. Мне рубашки не надо. Я рубашки не ношу. Там какая-то музыка. Это святые ручки. Но они колючие. У меня колючего никто ничего не любит. А вот это вот штанишки. Вот неплохие. Вот эти вот неплохие. Тоже они 40 евро. Ну, то сейчас 12 тоже. 12. А эти, они такие, знаете, укороченные штанишки. Как будто бы вязаные, укороченные. Эти с люрексом, эти обыкновенные. Думаю, такая же цена. Так. Вот, вот такие кофточки. Кофточки такие. Вот смотрите. 19,96. Ну, 20 евро, да? 20 евро. Это 7,2,14,6 евро. Вот такая штучка. Вот такая простенькая, знаете, никакая. Вот рубашка. А она не рубашка, она такая, как фланелевая, но это не рубашка. Вот такие брючки с этим. 69,95, вот с полосками.
с полосками. Это вот трикотажные брюки по 49,95. Такой цвет красивый, 49,95. Вот. Это платье. А нет, это кардиган. 70 евро, 69,95. Ну вот что, больше тут как бы ничего такого нету. Вот мне, ой, я люблю вот эти вот джинсовые платья, обожаю, просто обожаю. Сейчас посмотрим цену. 40 евро. 40, 74, 28, 12 евро. Такое я бы себе купила, мне это нравится. Я потом померяю себе такое. Вот. Рубашки нет. Рубашки нет. Вот. Вот красивый цвет. Ну не надо. Вот это просто такая туника. Тоже 49,95. Все, видите, на 70% скидка. И здесь тоже на 70%. Вот это мне нравится. Что-то такое. Платьюшко. Ой, сильно темноватое, нет. Не хочу. Просто хочу посмотреть цену. Цена в нем 80 евро. Не, не надо. Не надо мне 80. Значит, единственное, чем я могу заинтересоваться, это вот этими платьями за 40 евро от этого. С джинсовой ткани. Вот, вот мне надо М-ка размер. М-ка, вот написано М-ка, а там написано М-ка равен размер 46-48, потому что это размер для больших девочек. Вот, я такое бы платье с удовольствием носила. Я, собственно говоря, я бы могла и в S-ку влезть. Я бы могла и в S-ку влезть, но она будет очень на меня в обтяжку. А я не люблю это все-таки на лето. Вот. На лето. Поэтому лучше М-ка. Вот. Ната моя такое носить не будет. Она вообще не любит платье. А я с удовольствием бы такое носила. Вот какой-то пиджачок. Ну, очень дорого. 79 евро. Вот. Это вот такой это стиль... Боха или Боху. Вот видите. Видите, S размер, это значит 42-44. А у них это S. Вот цвет, конечно, мне нравится этот. Но модель как-то не очень. Ну вот, я вам здесь все показала. Все показала вам здесь. Вот, штанишки вот эти неплохие. Вот. Сейчас пойду дальше, потом вернусь. И, возможно, я себе и куплю такое платьюшко, потому что платьюшко мне это очень понравилось. Вот, очень понравилось это платье. Вот курточки. И всего лишь 20 евро. Видите, курточки 20 евро. Вот, как раз мне М-ка и нужна была. 20 евро, стоило 40. Вот, хорошая курточка. Очень даже неплохая курточка. Вот. Это просто синяя такая курточка. Новенькая. Вот. Что здесь? Здесь какие-то пиджаки. Ладно, уходим. Уходим дальше. Вот. Сейчас я посмотрю, сколько я тут вам наговорила. 9 минут еще нужно поговорить. Вот тут добавили 25% еще скидок. Это Химтекс. Магазин, который я люблю. Который постельное продает. Сейчас мы зайдем сюда, в этот самый. Вот. Здесь скидки. Тоже. Сейчас посмотрим. Это Линдекс мы зашли. В Линдекс, что тут дали дополнительные какие-то скидки или нет. А две берешь, за одну платишь, написано. Мой. Вот. Видите, весь скидочный товар. Весь скидочный товар. Две берешь, за одну платишь. Вот. Сейчас.
Сейчас мы посмотрим с вами. Вот, например, 19,99. Значит, два таких пиджака. Не обязательно таких именно. Две вещи будет. Вот, например, может такой свитерочек, такой пиджак и за 20 евро взять. Вот, мне вот нравятся такие гольфики. Такие гольфики любит моя Аня. Очень любит. 12,99. Ну, не дешево, я скажу. Бывало и дешевле у них. Ой, бывало у них и дешевле. Полосатенький 9,99. Значит, будет 5 евро. Брючки посмотреть можно. Что-то как-то не очень дешево. Вот такие брючки для лета. Такие вот брючки. Вот. Сейчас свитерочки посмотрим. 20 евро. Вот. Джинсики посмотрим какие. 27 евро. Не годится. Такие брючки. 24. Юбочки. Вот 14. Вот юбочку такую Аня моя носила. Невестка. Она любит такие вещи всякие разные. Вот. Так что можно и посмотреть. Вот платье. Я бы такое носила. Платье. Но оно стоит 39,99. Это значит, если две вещи взял, то 20 евро платье. Это не моя цена. Я такие цены не люблю. Это дорого. Поэтому так не покупаю. Вот. Что здесь у нас? Ну вот 20 евро, значит, два платья по 10 евро, если найдешь два. Ну, две вещи, я имею в виду, не два платья таких. Вот такое платьюшко. 19,99, неплохое. Вот. Ну, в общем, так. Скидки. Они обычно всегда в такое время делают эти скидки. Какая-то вот блузочка такая интересная. Под горлышко. 9,99. Сама под горлышко. Такая. Вот. Какая-то черненькая. Ну, это только моя Аня любит такие под горлышки. Я не люблю под горлышко. Нет, я люблю под горлышко, только свитера. 19,99. Вот. Ну, тут посмотрели. Ладно, ничего я такого тут себе бы не нашла. Потому что дороговато. Если бы оно было 9,99, вот свитерок, и потом с него половину, то это еще кое-как. А так нет. Вот плащик, например, от дождя, 29,99. Это размер на мою Настю. Ну, у нее есть плащик. Я ей давала плащик. У нее есть плащик. Так что здесь мы тоже ничего не посмотрели. Уходим. Я практически была одна в магазине. Сейчас там вот девочка, оказывается, была где-то в дальнем углу. Идет девочка. Давайте зайдем в H&M еще. А потом я пойду в продукты. Потом я пойду в продукты, потому что мне надо посмотреть фрукты. Мне надо посмотреть фрукты. Я пошла с Ниной только для того, чтобы фрукточки купить себе. Вот. Зайду потом в туалешку. Помою руки, продезинфицирую. Я что, пробовала, все трогала. Вот она я. Видите, вот она я. Вот она я, такая красотка. Красотка, красотка я. Оделась так. Знаете, у нас не холодно, но у нас сильный ветер. Сильный ветер. Я не люблю, когда ветер. Так у меня тут в этом... Это такой комбинс у меня с начесиком. Он с капюшоном, так я даже и капюшон накидывала наверх. Вот. Сейчас посмотрим, что здесь. Ну, здесь, наверное, все те же скидки, которые были. И до того. 30 евро юбка такая, знаете, тут вот плиссированная или гофрированная. Или как ее назвать? Здесь вот платьев много, шелковых всяких платьев. Вот 13,99 платье. Что такое? А вот это сколько? О, это 30. Ну, платье у меня тоже есть. Вот джинсовое, да, мне нравится платье.
Джинсовое платье мне нравится. Это 19. Ну, в общем, как-то так. Вот это такое еще 12 евро, но оно не нужно мне тоже. Это вот 15. Давайте наверх поднимемся с вами. В текстиль. Посмотрим в текстиле. Там что тут есть. А, тут вот. Смотрите, вот это шубки остались. Вот тогда же, когда я покупала, было же еще 50% с этого. А сейчас же нету 50%. Вот. И тогда долго было со скидочного товара еще 50%. Я ж тогда много накупила всего интересного. Ну что тут у нас? Какие-то для пляжа. Вот какие-то такие. Тепленькие. 9 евро. 9,99. Эти удобные такие вот ходить гулять. Эти 14. Вот такие босоножки. Интересные, сколько они стоят. 30 евро. Не будем даже и смотреть. 30 евро. 30 евро. Это не цена для H&M. Поехали наверх с вами. Поехали, поехали. Вот на эскалаторе едем. Сейчас мальчиком не пойдем. Я своим мальчиком уже все накупила. Все есть. Посмотрим текстиль. И потом там лифтом спустимся. Не лифтом, или эскалатором. И можно будет пойти в продукты. Мой. В продуктах вам что-то покажу. Жарко мне как-то уже. А хоть я и расстегнулась полностью, а все равно жарковастенько. Тут тоже такие небольшие скидочки. Ну, давайте посмотрим, что здесь у нас есть. Ну, вот такие вот, например, брюки. 20 евро. Вот, 50 размер. Вот. Вот такие куртки, которые тоже были. Не будем мы тут смотреть ничего, потому что это все то же самое, что было. Только тогда еще добавлена была скидка. А теперь этой скидки не добавлено. Мы идем с вами в текстиль. Вот. Я вот так вот тут опять вам показываюсь. Это я. Видите, у меня кроссовки какие яркие. Это я с шарфиком. Так одетая. Вот. Давно я никуда не выходила и вам не снимала на улице вот так вот. Что это здесь у нас написано? Катон. Органический катон. И что это? 17 евро. А это пододеяльник и одна наволочка. У нас такие комплекты нету просто. Не просто пододеяльник и наволочка. Такой вот комплект. 17 евро. Это очень дорого. Я по такой цене не покупаю, тем более, что у меня этого своего очень много, очень много. Вот, мне надо, наоборот, вывести в Украину все то, что мне надо. Ну, посмотрим здесь. Я же люблю вот это, знаете, наволочки, вот этот текстиль. Так вот, это же я хочу посмотреть, что тут есть, что-то. Вот такой тоже какой-то комплект. А, это большой двухспальный, видите? 2,40 на 2,20 и 50 на 60, две штуки наволки. Вот, тоже 100% органик. Вот. Вот такие вот наволочки мне нравятся. Пушистенькие. Пушистенькие наволочки. Но что-то я не вижу. 5,99. Вот были бы они по 3 евро, я бы купила. По 3 евро. А по 5,99 нет. Нема желания, нема. Вот комплекты тоже белья, видите. 150 на 2 и 50 на 60 наволочка. Неплохой такой цвет, 9,90. Это что здесь? Это двойной комплект белья на 50% скидочка. Вот. Ну и все, больше я тут ничего не посмотрю. Ой, это у меня камушек был в ботинке, в подошве так. Ой, в этом, в кроссовке так. Как-то я повернула ногу, это такой звук
Вот все. Вот, посмотрели. Это вот Линдекс здесь детская. Вот вам витринку покажу. Сейчас вот, знаете, модно вот такие вот шкафы. Как будто бы... И, знаешь, я как-то... Ой, знаете, извините, я как-то мипа показал. Пан сам склепов. Как будто бы с металлических трубок сварено, да? И такие вот все это шкафчики. У нас что-то наподобие стояло на балконе, папа сам варил. Вот. Видите, как тут красиво сделано. Какие-то картины. Вот, вот я люблю такой текстильчик, видите? Ой, красиво, как даже вот они все разного цвета, а так хорошо все оно гармонирует вообще. Просто прелесть. Вот. Ну вот, все, давайте, наверное, сейчас я посмотрю, сколько тут. Ой, буду отключаться. Пока-пока. До новых встреч. С вами была я, Финляндия. Подписывайтесь на мой канал, на канал моей дочери, Наталья П. Пишите английскими буквами. Пока!